Несоблюдение правил дорожного движения, а точнее их грубое нарушение, не раз оборачивались тяжелыми трагедиями в день свадеб. Кортежи создают заторы, злоупотребляют использованием клаксона, ездят на красный свет и по встречной полосе движения. Конечно, инспекторам трудно вмешиваться в торжество и часто выслушивают в свой адрес упреки от молодоженов и гостей. Но закон есть закон, и контроль его соблюдения – ежедневная работа. Однако большинство водителей относятся с пониманием и устраняют нарушения, такие как заклеивание государственных регистрационных номеров. Были выявлены следующие нарушения. Это заклеенные номера, различной символикой, братва жениха, пьяные гости. Значит, останавливали данные транспортные средства и составляли административные материалы. По статье 12.2, часть 2 административного кодекса. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишения права управления сроком от 1 до 3 месяцев. Госномера любого автомобиля должны быть закреплены как положено, и они должны быть легко читаемыми. А свадебные таблички вместо номерных знаков сегодня вне закона. Но это мелочи. Главное – не спешить на перекрестке, чтобы он не стал перекрестком между жизнью и смертью. Вадим Родин, Артем Зиборов, Анапа регион.